Однажды Фредли накрутил подписчик в на Луне набухался необычный алкаш. Скажакс, капочка улетела до самого вечера. Ну вот, а я уже пригласил друж. Деда, а давай устроим бабе Капе сюрприз и испечем к чаю друзей. Дедуля, пойдем домой. Тебя хочет жучок увидеть. Да ну, а зачем я ему нужен? Он хочет быть пидорасом, как ты. Трубочистый. Привет, я Лунтик. Пидорас. Что, блядь? Я уже знаю некоторые растения. Машка, кашка, одуванчик, будка, замка. А вот что произошло дальше, мы с вами не узнаем. Пан Подгрецк взял и пошел. Ну ты живой, Полянка, ты живой? Живой, я делаю текст. Я не уверен почему-то. Но тебя на жакомыш упал. Так я убежал. Однажды у меня родился Тимочка. Полянка, Полянка. Давай. Может, не познакомимся? Ты же видел, какая она, да? Такая. Давай! Ты что там делаешь? Что ты там делаешь? Ничего, ничего! Что ж в аду? У нас летают и прыгают, а там пиздрыгают. Интересно, а можно там пьяную музыку подать? Не знаю. Сейчас, погоди. Блядь! Рыбы там хрыль! Что за хуй, блядь? Пошла ты нахуй, сука! Здравствуй, Слунтик! А где же рыбка-кыпка, которая сосает сад нектар? А где? Где, блядь, в пизде на гвозде на... Детишки? Пиво наше. Деда, а ты не знаешь, зачем в бубликах дырка? Чтобы было куда сувать. Здорово, бандиты. А вы знаете, как пускать пузырь из... Чего вы, что? Какие все сухие? Ну-ка, дай сюда. Что я учу-то? Приятного аппетита! Тебе! Дрочит правая рука, дрочит... Смотри, ты что, пишку черепишь? Я лепил, все на меня кричит. Ты что, дебил? Ты что пьешь? Я не хочу ее пить, я хочу спиться и умереть от пьянки. Давай я выдую. Так здорово. Да, это я хорошо умею. Конечно даст, дядя Шнюк такой седой. Как ты меня напал? Извините, спасите. Ну и вот такой, ребяточки, вышел наш сегодняшний пуп. Спасибо вам за то, что вы с нами, то, что на моем канале уже 380 подписчиков, а на канале Вупсиня уже 100 подписчиков. За это мы вас всех очень сильно любим. Не знаю, как будут после 1 сентября у нас выходить пупы, но надеюсь, что мы не пропадем. Ну а мы вас всех любим. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки. С вами скоро увидимся. Всем пока.